естественно, нет. Я к этому никак не отношусь, и я не осуждаю никого. Мне, конечно, жалко, что молодое поколение себя портит буквально с 18 лет. Все себя обкалывают со всех дыр и сторон. Ну, печально. Даже мужчина уже говорит, пожалуйста, не увеличивайте себе ни грудь, ни губы, ни попы, ничего. Не делайте себе, оставьте. Пусть лучше будет... Вот рука есть, достаточно, все, вот вложила и все отлично. Ну а с губами что, это вот раньше были подставки для губ, ну зачем такое надо? Даже недавно фотографию увидела, если денег нет, очень хочется красивой, там женщина лежит и банк здесь, да. Ну, я не то чтобы против, это дело лично каждого, но если ей не живется с ее прекрасными губами, она себе хочет вареник на лице, ну это ее дело. Только я не вижу от того, что она накачала губы, она вдруг сразу вышла замуж, или у нее как там карьера пошла на взлет, или еще что-то. Может быть, да, некоторых моделей бы, ну не то, что поддержала, ну сделали и сделали, им в работе надо, вот профессионально надо, чтобы у них был какой-то размер определенный груди, чтобы в показах участвовать нижнего белья. Вот, ну это вот прям... Я не знаю, цель, но если она в этом видит, да, пожалуйста. Но я нет, я не сторонник этого всего. Мне страшно. Недавно так сложилось у моей подруги, вот эти укольчики оказались не туда, и у нее пошел некроз ткани, это был ужас. Это был ужас, катастрофа, она чуть не потеряла нос. Это, вы знаете, вот мы с вами смеемся, а между прочим, не туда вкололи, попали в сосуд, и у нее все это выходило через лицо. У нее слазила кожа, опухли губы, она всего лишь хотела расправить носогубные складки. Ну, мы ржем много, если вот так по-русски, мы постоянно хохочем. И тоже так смотришь, думаешь, ну да, хотелось бы тут уже как-то что-то. Но после такой ситуации, конечно, волнуешься. Лучше Бог дал, Бог лучше знает. Он дал такую внешность, значит, с такой внешностью мы должны прожить, многому научиться, получить какие-то знания, стать мудрее. Если у нас, например, такой нос, значит, мы должны принимать себя такими. Не надо нос делать, как у всех, ровный или губы. Это не есть хорошо. Губы у всех одинаковые большие. Это, ну, а как же узенькие? Узенькие тоже есть такие, ничего. И формы разные. Ну, я не приветствую.